Проиграли по пенальти, лотерея, там рассуждать сложно, чуть не повезло. А по самой игре равная игра, сложная, тяжелая в такую погоду. Я считаю, сыграли достойно. Ваша команда не забила пенальти еще в игре, наверное, этот гол мог бы стать таким переломным.
и не забил соперник. Такое ощущение, как будто мяч не хотел лететь в сетку, и было так суждено, чтобы все закончилось именно в серии пенальти. Ну, по такой погоде даже с земли бить его тяжело, не могу сказать. Наверное, сложно было сосредоточиться игрокам, которые били, поэтому и в игре, и после было много промахов. Хорошая игра была, потому что ну, не готовы мы были, вот прямо перед игрой снова узнали, что некоторых не будет основных игроков. Но тем не менее, я так думаю, вратарь нас потащил, герой главного матча. Он и в игре несколько мертвых ударов вытащил, и в игре пенальти вытащил, и после игры, по-моему, 4 удара вытащил. Молодой парнишка, ну, гигант. А так, здесь биться нужно на каждом участке поля. Тем более в такую погоду в футбол тяжело поиграть. Но тем не менее, спасибо и сопернику. Получилось, я даже не заметил этот ветер. Интерес был.